Оу, слайс! Жопа союза. Запах, конечно. Опа! Саб-зиро? Какие у нас украиночки, а? Это мощная тетя. Николай Васильевич с пивком. Че буреки. А вот те штуки я нюхать не буду. Дионис. Дозвольте представиться, господин Голохвастов собственной персоной. Ага. Козлы. Опа-на. Интересно. Древние. Пока. Ну что, друзья, приехали в Великие Сорочинцы на Сорочинскую ярмарку. До ярмарку еще километра полтора-два идти. Вот, все забито машинами. Стояночка на минуточку 50 гривен стоит. Вот, просто поставить машину на обочину. Ну что, пойдем до ярмарки. Вот такая красота. Самый центр Украины. Село Великие Сорочинцы. Заселились вот в такой красивенький пансионат. Очень красивое место на окраине. Хозяйка Наталья. Очень добрая, гостеприимная женщина. Поселила у нас тут такие вот будочки. Небольшие. Вот на 4 человека спальных места. Как бы все условия. Душ, туалет, кухня. Очень-очень интересно и удобно. Дворик такой очень красивый. Летом городским жителям отдыхать здесь просто самое удовольствие. Все очень красивенько. Поля, леса, воздух, воздух, воздух непередаваемый. Беседочки. Все очень красиво, живенько, культурненько. Классно. Удобство, правда. Удобство, правда. Но тоже, как для сельского колорита, это очень даже евро. Та-дам! Евро-нужник с водопадами. Душевая кабинка. Горяченькая вода. Так можно приехать, заселиться, отдохнуть. Переночевать, день потратить на ярмарку, на увеселение, прийти с ярмарки, немножко отдохнуть, переночевать и спокойно поехать домой. Ух, прошли 10 метров, блокпост полиции стоит, никого дальше не пускают вообще. Пропуск. Ваши документы. Наш аусвайс. Так что дальше бы мы и не проехали, только пешком. Ну вот и дошли наконец-то до Сорочинской ярмарки. Жара капец просто убивает. Загривок просто вот так сворачивается в трубочку от жары. Пошли посмотрим, что там на рядах, воспетых Гоголем. План, схема Сорочинской ярмарки. Довольно большая. Все такое аутентичное, соломенное. Крыша под очеретом. Ух ты, какие, смотри.
Смотри, кракозябры какие. Вот это дядька Сумахер, беззубый. А еще какие-то, смотри. Такие, да, прикольные. Прикольные дядька сделал. Боровички, домовички. Жопа Союза. О, камера. Поснимаем. Мотор. Камера. Звук. Глиняная посуда. Всякие приколясики. Цена недорогая. 200 гривен. А. Да. Вот эти, конечно, кракозябры прикольные. Найвищі тарифи у роумінгу та в мережі Лайка Мобайл надають можливість завжди бути на зв'язку з друзями та рідними. Незалежно від країни перебування. Глечики. Глиняные. Это понятно. Китай. Ух, как пахнет. Ароматика. Ароматика. Лаванда. Лаванда. Это мыло, наверное, какое-то. Ага. Дегтярное с дегтем. Мыло с дегтем. Запах, конечно. Это можно брать в ручки. Давай, пошли, я тебе куплю то, что ты хочешь, чтобы потянуть. Что для бритья. Для бритья? Да. А что для бритья? Ну, мыло для бритья. Помазок под воду. Пенку, по старинке. Пенку взбери. Я понял. Это без запаха будет, это детская гипоаллергенная. С ромашечкой, там, да? Там гидролат ромашки положен. Да. Это все самодельное мыло, да? Да. Хлеб есть? Прикольно. Ну запах сразу. Я шел и учуял запах. Ну понятно. Целые ряды. Ну я не думаю, что сами шьют, да, какой-то Китай. Да. Да. Ну такое. Мед. Мед. Куколки. Матрешки. Бджолярские напои. Сакиринский. Дядька с сумными очами. Да. А там полиция стоит, да? В связке работаете? Бесплатно скуштоваты, а там раз и руки за спину. Не-не-не-не, за рулем. Все за рулем. За рулем. И оператор за рулем. Все за рулем. Все за рулем. Да. На дорогу. На дорогу. Что на дорогу? Тебе не верить своим очам. Опа! О, опа! Дядьку! Я не верю своему счастью! Самогон сокирненский. Сокирненский? Читал. Сокирненский. А что мы света с тобой видим? Выбачайте. Где вы откуда? Перший хоть расскажите. Перший самогон в Украине, который имеет технические умови. Вот так? Да. ДСТУ? Да. І перші технічні умови на питні меди я теж убив, от, але у 9-му році. А ліцензію на виробництво отримав тільки в 17-му. Сахара тільки медовий, да? Ні. Оце у вас зараз цукор. Мед отут. Ага. Оце медовий. Хочете, поміняю? Ні. А що ж жовтоватий такий? А то там прополісу трошки додали. Прополіс, хорошо. Настоєчка. Прополіс, там, намульовано. З прополісом. Ага. О,
з прополисом, да. Ну, отлично. Ото в Харкові скуштуємо. Подякуємо. То, будь ласка. Дзвоніть усі колокола. Хорошо. Так откуда вы? Там я этикетка. Все, все, все расписано, на ней, да? На ней свята правда. Ага. Фоп вовнянко. Сокиринцы. Срібнянський район. Чернігівська область. Угу. Добрий дядьку з Чернігівської області. Полями, горами, лісами. Добре, дякую. Жінку молоду хлопцю. Молодець. Карпатська настоянка. Медовуха. Можете даю попробую. Українська медовуха з перцем. Та нельзя. Нельзя. Опять носки. Так, носки, 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 что-то носков. Очень много носков. Все готовятся зима. Зима близко. Да, вышиванки красивые. Красивые вышиванки. Ну, цены тоже такие, да? Красивые. Ага. 3800? С варенья, с шишек. Прям как у нас. С сосновых шишек, ага. От кашля хорошо. Интересное такое. Молодые шишечки собираются и с них варенье делается. Очень полезно, очень. Полезно? Очень полезно. Так, опять пуховые платки, пуховые жилетки, пуховые шапки, пуховые трусы. Нет, трусов нет. Нема? Мужских нет. Ну, я смотрю, что... Коврат качества, авторская разработка. О, как. Изделие выполнен в ковровой технике. Образе людей, человека. Какая красота. Так а как же по нем ходить, по такому ковру? Ну, по женщинам вообще-то нельзя ходить. Вот. Женщина. Так я же говорю... А, нет. А, это мужчина. Это мужчина. По мужчине можно ходить. Можно, да? Пай лежит на тарте. А об усы там хорошо, да? Пятки чесать. Красиво. Что такое? Деревянное. Так можно подумать, да, что у нас так бейсбол прямо процветает в Украине. Извините. Зубочистка хорошая. Ага, уже здесь. Дяк. Дяк уже здесь. Запрошуємо. Так мы оттуда. Да. Всех нам. Всех к нам. Красиво. Очень вкусное. Да, вышиванки красивые, конечно. Прямо красота. Самодельные какие часы, зеркала вырезные, легенькая. Саб-зиро? Рейда. Рейда? А? Які у нас україночки, а? Ух ты! Млин какой, а? Старовинный. А вон ворота. Триумфальная арка входная ярмарки. Пойдем посмотрим. Вот это хардкор, блин. Вот это да. Это мощная тетя.
всякие. Бабуси. Так. Ой, почекайте трішки, беріть свої оті всі реманенти, такі класні, такі круті. Слухайте, ну як просто? От кажуть, що жінка може з нічого влаштувати шкандаль, а чоловік з нічого музичний інструмент. І грать на наших жіночих нервах. Грать, грать, грать і крутить. Ох, ці чоловіки! А у нас ярмаркові розваги збирають усіх залюбки. Я сюди кличу всю дітвору. Хто хоче подарунки? Діти, йдіть до мене! Біжіть, 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 біжіть! Малеча, 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 що ти її штовхаєш? Боже! Двори такі. Ото, ото дядька. Клас. А где ж у нас такой? Ага. У нас тоже такое есть. Шальвары какие. А что не красные? За ким не було чорного шаровару. Не було? Полотняні вони носили. А. Я маю в виду в Запорозці. А так? Так ви запорожський, да, казак? Так. В Запорозці носили конопляні шаровару. Добре. Ну, нагайка така. А можна? Пуга. А? По-нашому пуга. Пуга? Пуга. Як це шмирне? Та-да, то можна і кожу, да? Розсечь до м'яса. Кожа моя. На то ж вона і зброя була. Та-да. Ух ти, смотри, які розові голубки. Красили, красили його, да? Чи це природне? Это от витамин. Витамин? Бедная, закормили тебя, стали... Это как фламинго, наверное, да, розовый, так и этот... Я же не химик, чтобы разбираться. Так что, можете поцеловать? Да нет. Красота? Красота. А ну, сфотографируй. Не пойдет? Не, ручку так под брюшко и вверх. Вверх, вверх, вверх. Под брюшко за и вверх. Ага. Ай, какая красота! Витаминная. Розовая голубка. И почелюем? Не хочет. Не хочет. Не хочет. С бородатыми мужиками? Да. Извините, не хочу целоваться. Ну, улетает. Красивая, да. Супер. Продам мед. А церковь вообще будет? Если вас цікавить раньше, то я буду, если вы скажите, если вы конкретно раньше, то мы начнем раньше класть беседу. Ну, эту беседу... Медведь, отдай мед. Вот это лавка, да? Всем лавкам лавка. С медведями. Походу, это Гоголя, да? Только что выпилили. Да. Ну, бачиш, уже брак пішов під цим. Це сосни пиляють, і того воно погано. Нічого. Ні, ну під нормально. Ми, бачиш, уже зробили ошибки. Ну, постарел мужик. Ну, так. Да, жизнь такая, а що? Вот это арбузяки! Сколько же им 7 литров? Ух ты, блин! Больше 10. Нормально, да? Тут, как у нас тут не 10, нет, тут, да? Тут килограмм 20, наверное, да? 15. 15? Ну, тут тоже нормально. Два и вот так. Ух ты! А, дынь, аромат такой идет. А почему дынь? Класс. 15. А там, да, зеленое море просто. Ягодки. Ягодки. Давай эту славу. То сейчас подсолнух уже почти отошел, и пчелки сахар воруют.
потому что цветов уже таких и нету. О, калина. Ну, полезная. Капец. О, пошли, пошли с Гоголем поздороваемся. Николай Васильевич с пивком. Николай Васильевич, доброго дня. Пошли, я пиво тут пью. Перерыв. Да ты видел у этого Гоголя взгляд такой уже хорош. Просто жарко. Просто жарко человеку, да. Там уже еда пошла. Уровень влаги в организме понизился, поэтому глаза немножко косят. И язык начинает заплетаться. Все исключительно от недостатка влаги. Специи какие мощные, мешками. Ух, вот это сковородка, да? Че? Буреки. Прости нас, товарищ Че. Мы все просрали. Имбирные пряники. Угу. Имбирные пряники. О, привет пчеловодам. Пчел кормите. О, современным словом фудкорты. Вася, шашлык есть, все есть. Горилка с перцем есть. Вот это фото. Мы не фоткаем, мы снимаем. Репортеры. Да. Как тут нас назвали. Внимание, внимание. Прямое включение с фудкорта. Полно вареников с вишнями, с творогом, помпушек, да, жареной рыбы и малосольных огурцов. Это невероятно. А? Плов. Шурпа. Вот это гриль, да? Ни хрена себе. Кабанов жарить? Да. Нормально. Или будет баран? Баран? Я думал, верблюд. Класс. Изобилие. Ага. Камарджоба. Где нацвали? И везде почему-то изобилие грузинской кухни именно. Ну, как-то совмещено чисто украинские стравы, но и грузинская кухня просто вот на равных. Поворачиваем обратно. Надышались так, что уже не лезет. Давай. Только не сильно, да. Потихоньку. Поднимай, 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 поднимай. Не спеши. Не спеши. Потихоньку найдет. Поднимай, 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 поднимай. Стоп. Раньше стеночка становится, да. Теперь можно вот так, только не давить, а попробовать просто ручкой, насколько тоньше мы ее сделали. По сравнению с тем, что было. Тоньше пошла? Да. Еще разок вот так, только очень по чуть-чуть уже жмем, не сильно, еле-еле. Вперед. Надеюсь, поднимаю. Я знаю. Стоп. Ой, у меня получилось. Ничего, я сейчас поменяю. Иногда бывают ногти где-то за что-то цепляются. Да, мне хоть маленькие. У меня вообще нет, я вам покажу. Царапается, да, вообще нет. Стираются по кругу. Теперь есть стеночка. Вот и свиньи, бараны, помидоры, кабуны, все есть.
ще потрібна нам. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23, 23 секунд, 23. Растения хищники, росянки. Повинні розкритися поліричний виступ нашого гурту. Пошли. А что, Саня здесь, что ли? Я что-то не понял. Здорово. Привет. Вообще неожиданно встретили харьковчан, друзей. Саша. Друзей харьковчан. Да. Как, какими судьбами ты здесь? Я приехал показать младшему поколению, что еще существует сорочинская ярмарка. Даня, иди покажись. И встретил, конечно же, кого? Дегустатора меда. Дегустатора меда, которому бухать и вообще по барабану, в какой точке мира. Приезжаем и бухаем. Приезжаем и бухаем. Все свое, ничего не надо, блин, сами приедем. Самое главное, что оно все экологически чисто. Это точно. Это самое главное. Так что ты здесь? Мы прививаем молодежи культуру, то, что у нас в Украине все-таки есть еще такие ярмарки. Конечно, с каждым годом они становятся все меньше и меньше. Ну да, я смотрю, трека становится нереально барабашово. Очень большая часть, как на барабашово. Да. Не, есть реально там оригинальные вещи, которые как бы, ну, видно, что люди делают вручную. Но надо искать. А так, да, а так в основном все, конечно, уже именно Мадейн барабашово. 5 дней всего. 5 дней всего лишь. Побухать можно, да? Не, бухать можно всегда, а ярмарка 5. Да, это точно. Ладно, Саш, хорошо. Рад был увидеть. Даня, да. Все, пока. Интересное мыло какое. Мандаринка. Ай, пахнет мандаринкой. Вообще, чисто-чисто мандаринкой. Ананасик. Ананасик. Пожалуйста, спасибо. Не смешно, мы... Ананасик корицей пахнет. А дынька? Я просто дынька. Сейчас отварилась, и я больше... Дынька дынькой, да, пахнет. А бананчик? Бананчик. А то мне только что после Нового года я начинаю варить. Бананчик пахнет ромашкой. Не надо дружать. Клубничка. Можно. До Нового года дотянем. Клубничкой, да, пахнет. Нет. Классно. Я просто для себя что же, когда заканчиваю, потому что мне уже не будет. А вот те штуки я нюхать не буду. Спасибо. 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 Парного я пожелания. Максимум спасибо, могу вот это понюхать. Спасибо. Спасибо. Хорошо пахнет. Да. Так, мне надо эти кружки. Артефакты такие мыльные. Бабули. Подруги, сестренки. Короче, только женщинам. Сестренки, подруги и бабули. Мужчины не моются. Мужчины не моются. Я мужчин, если люблю тебя очень. Я люблю тебя очень, ну можно. Настоящий, как это нет? А настоящий мужчина. Мужик 100%, а вы говорите, для мужчин ничего нет. Тогда я же повторюсь, для мужчин ничего нет. А я понял, настоящий мужик у меня. Нормально, это мыло? Да. Это мыло. Это мыло. Вискарик для мужика. Мыло. Жигулевского. Класс. Сильно. Класс. А пахнет чем? Рыбой. Мужским парфумом. Настоящий мужчина. И сколько же? 70. Капец. Капец. Да, оригинальный подход. Спасибо. Оригинальный подход. Давай, а так. Опа-на! Ятка! А? Дионис! О, какие шляпы классные! Сами делаете? А что делать, да? Так получилось. Уже 15 лет. Ого. 15 лет, с 2005 года. С 2005 года? Ни одного года не было. Классно. Классно. А это с соломы получается? Материал житняя солома. Житняя солома? Жито, по-русски рож. Да, нет, то мы понимаем. А и сами все это как-то мнете ее? Все. Нет, не мнете, а в смысле
Ну, как-то заготавливаете? Нет, ну, заготавливать, допустим, я вроде живу, я не могу заготавливать. Ну, есть фермеры, с которыми... Вот мне, допустим, в Петровской области пришлось объездить пол области, чтобы найти, где же это посажено. То есть его сейчас фактически даже не садят. Да. До того, как плести его, обработать надо. Ну в да, смысле, так я же говорю, вы обрабатываете. Ну да, конечно, заготавливается. А она именно вот такая вот... Стебель. Мягкая и такая и эластичная, она, да? Она вымачивается, когда плетется, она все время и вымачивается, шивается. А двое за что отдадите? Класс. Ну тут если такая технология, возьму, еще я в городе 50, 50, 50, один, в городе ни одного человека, ага. В городе Петровск такой большой, я один, и тем более еще городской житель, ладно, сельский, и поселок. Вот так вот, а да. И... Просто промысел умирающий. И ну потеряли, да. Оно как бы больше такому человеку харизматичному. Спокойному сел. То есть, ну да, это усидчивость нужна. Самое главное, это не бизнес. Ну, год я сделаю. Для души. Это увлечение. Год я сделаю 100 штук, если я хорошо постараюсь. Ну да. На изделие уходит плести 3 дня. Во. 3 дня, от 3 может быть. 4. Вот так. Померить можно? Конечно. Класс. Ну это бриллиант. Это брыль украинская, то есть чисточка. Это брыль, это конофилия. Ну, это женские фантазии, можно любую проявлять. Да, понятно. А это где-то определенный стандарт. Конотье. Привет. Ну, конотье. Солидно. Дозвольте представиться, господин Голохвастов собственной персоной. Классно, спасибо вам за сохранение традиций. Ну что, вот и побывали мы на Сорочинской ярмарке. Давно мечтал, сколько живу в Украине, так и не получалось никогда. Ну вот съездили, посмотрели. Большая ярмарка, очень много людей. Конечно, всего-всего, но правильно Саша заметил, что все больше и больше ширпотреба получается. Именно ремесленного мастерства такого пропадает в Украине. Вот как мужчина рассказывал, шляпник, который шляпы единственный, тот с Днепра приехал, с Днепра с житней соломы плетет вот эти вот панамки, канотье всякие. Ну, вот. Есть, конечно, древесные такие штуки интересные, гончарные очень интересные. Ну, этого в сравнительном количестве, ну, немного, немного. Остальное все ширпотреб с Китая, с Вьетнама. Ну, вот такое, конечно. Обидно, обидно, досадно, но ничего. Поддерживается, во всяком случае. Надо поддерживать такие вот ярмарки, фестивали, чтобы у людей был интерес. Вот, производство. Так что, друзья, приезжайте на Сорочинскую ярмарку. Интересно, вкусно, зрелищно, незабываемо. Гогольские места. Очень интересная такая тематическая локация. Классная. Так, только машины летают. Еще одна. Бегом. О, классно. Да, он какой казак. Из трухлявого пня сделан. Классно, такие хаты, мазанки, глиняные, под очеретом, такая камыш многослойный, который не пропускает ни воду, ничего. Интересная корчма. Классно. Да,
корчма в таком старинном стиле. Печка. Печка. Нужник. Кому в нужник? Такие интересные старинные вещи, рубанки, фуганки, чугунные утюги для загруза углей. Уголь загружаешь и гладишь с черными полосами белую сорочку. Классно. Вон такие старинные инструменты. Все. Что это за агрегат вообще, блин? Что это такое? Даже представить не могу. Какая-то молотилка, наверное. Вот, то же самое, мельница с камнем. Ну да, засыпается зерно и камнями трется. Какие колоды. Это ж сколько надо труда, чтобы выдолбать из пня, из куска ствола вот такую вот, не колоду, а бочку для инструмента. О, цепь для обмолота. Лопаты такие. Грабли чисто деревянные. Ухват. Ухват. Хоп. Горшочки доставать. Классно. А оце для самогону. Горілка. Ех, горілка. Тра-та-та-та-та-та. Клас. Все такая, о. Хвиря. Наверное, хвиря. Корчма. Пан голова. Нужник. Самое нужное место. Нужник. Баня тоже. Можно и в баню сходить. О, тоже. Мазанка такая. Видно, как руками замазывали глину. Побелили. О, какой слой. Получается, очерета, чтобы не пропускал влагу, нужно делать. Такая, какие-то молотилки непонятные. О, а это старинный кондиционер времен Николая Васильевича. Такие вот старые модели были во времена Пушкина и Гоголя. Сундук. О, рыболовные снасти. Кстати, тут речка есть, псел. Классная такая. Ну, сейчас с обрыва посмотрим. Вообще обалденно. Пасека. Типа пасека. О, мосток. Ну, какие красивые дома, просто прелесть вообще, как в сказке. Как в сказке. Расписные такие, обалденные.
Во. А это уже уличный нужник. Или нужник. Как правильно, ударение, не знаю. Туда не пойдем. Слышу позывные. Сало. Привет, свиньи. Здоров, кабаны. Папа кабан и дети свиньи. Да, а там мама, наверное. А это мама свинья, да? Мама свинюшка. Мама свинюшка с маленькими поросятками. Поросяток не видно, они вот они. Ага, вот они, поросяточки. Маленькие. А вон речка. Геродин, что ты начинаешь? Обалденное место. Пацаны вон купаются с тарзанки. Лодочки. Такое. Самое сердце Украины. Эх, Булты. Да, красота. А тут мы паркуемся, чтобы людей угощать хорошим настоящим пивом. Ага. Как торговля? Типа. Во. Отель. И тут они сделали. Ну, в стиле там старые хатки, знаешь, Гоголя. Деды тут понавешали бутылок. Ага. Ярмарки. Бузимены на солнышке. Подъехали там, посмотрели, посмотрели. Привет, бузимены. Привет. Жаритесь на солнышке? Конечно. Пьем прозрачное пиво. Прозрачное. Что-то интересное привезли сегодня? Да, привезли апочки. Апочки. Лагерочек. Красненькой апочки. Красненькая апочки, да. Американской пшенички привезли и бельгийского бланша. Все такое, короче, летнее, освежающее, легкое. Все легкое, летнее, да. Стауты не стали, да, и не стали, бельгийцев тоже таких. Темное привезли, но оно стоит в погребе пока. Понятно. Нуждается. Понятно. Ну, я думаю, не руки же ломать и не кастрировать никого. Солому, наверное, мять. Солому или коноплю вставляют, и шапочку кто-то потерял. Мнут, наверное, коноплю, разминают на веревке.
Классно. Очень интересно, такие классные вообще домики, обалденные, конечно, в старинном стиле, с росписью, обалдеть. Пан Голова. Пан Голова. Пан Голова. Поляки. С черти на селе. Ага, тут все живут. Тут казак Свербегус. Ну его нема, походу. Да ноги глядять. О, мельничка. Тоже старинная. Камень такой мощный. Да. Обалденно. О, тут и еда такая. Свербегус поел, я понимаю. Да, в глечиках. Вареники недокушены. Тоже какой-то супер агрегат. Мельница тоже мельница, камень он. Да, это джип Свербегуза. Да. Классное место. Обалденное. А там интересное место. Погреб. Подвал такая, не знаю, казематы какие-то. Там гоголевские вечера проходят. Там творится что-то вообще интересное. Проходи. Все такое старинное, древнее. Какая лестница мощная, смотри. Пойдем только аккуратно. Ага. Ух ты. Какие казематы вообще. Древние. Ниши такие. Холодно. Вон какие углубления мощные для хранения, наверное, продуктов. Факел такой прикольный. Ага, здесь пусто. Тоже пусто. Тоже факел. Класс. Класс. Очень интересно. Ух ты, кто-то нарисовал. Да. О, что за комната какая-то? Еще один погреб какой-то. Опа! Опа-на! Вот это красота! Черти какие-то. Козлы. Тут походу паночка какая-то. Ну я вам скажу, что здесь просто тематические вечера, гоголевские чтения проходят, поэтому гроб не настоящий, муляж. Вот тут видно на крючочках он находится, чтобы откидывался, как будто раскрывается. Вот. Все это антураж. Ну а там какой-то погреб. Ну да, интересно. Древнее. Выгребал землю.
в землю, пролом такой. Отдушина. Даже света белого не видишь, а просто воздух попадает. И тут гноили узников. Жесть, конечно. Класс. Вообще место такое атмосферное. И пивасик, наверное, еще с тех времен еще остался, который... С гетьманских? Да, с гетьманских времен. Лагерь. Ну что, как раз подвал для лагеризации идеально подходит. Ух, мощный какой склон. Конечно, не стали рассусоливать, более пологие делать. Я такой, ух! Ну что, погнали. Все, пока. Ты мне никогда не нравился, особенно как оператор. Пока! Памятник гетьману, апостол Данила Павлович. 1654-1734. Гетьман Левобережной Украины. Вот такой Данила Павлович был. Апостол. Гетьман. Это церковь. Самая знаменитая церковь здесь. По рассказам родители Николая Васильевича приехали. Он болезненный был. А здесь в Великих Сорочинцах был хороший врач. И они сюда приехали жить. Здесь и крестили его, в этой церкви. Красивая такая, старинная. Все пропитано гоголевскими рассказами, повестями. Великие Сорочинцы, ярмарка сорочинская, там диканька. Вот. Все такие интересные места, веет историей стариной. Класс. Памятник архитектуры. Преображенская церковь 1734 года постройки. Охраняется державой. Очень красиво. Такой вояж у нас получился. Бузина какая сладкая. Класс, в этом году уродилась. Посетили гоголевские места, тематический хутор, очень классный, все как в сказке. Исторические места вот такого плана. Самый центр Украины, сердце, скажем. Классно, нам очень понравилось. Так что, друзья, все приезжайте на Сорочинскую ярмарку. К сожалению, в этом году уже не получится, заканчивается сегодня последний день, 5 дней в году всего. Вот с 20 по 25 августа проводится
Сорочинская ярмарка. Ну, очень крутое мероприятие, очень классное место. Так что всех приглашаем.